В Среднеуральске непотушенная сигарета унесла жизни трех человек, двое из которых маленькие дети. При этом огонь уничтожил всего 2 квадратных метра. Это площадь дивана в одной из комнат. Трагедия произошла сегодня около 2 часов дня. Прибывшие на место пожарные обнаружили в одной из комнат тело 60-летнего мужчины, а в другой комнате 2 его племянников – 3-летнего мальчика и годовалой девочки. Мать малышей, по словам очевидцев, отсутствовала всего 40 минут. Она ушла в магазин и оставила детей с дядей. Очевидно, мужчина во время курения заснул. От непотушенной сигареты загорелся диван. Едкий дым и угарный газ погубили всех, кто находился в квартире. Сейчас родителям погибших оказывается психологическая помощь. А сотрудники МЧС и полиции устанавливают все обстоятельства этой трагедии. Предварительная причина пока – это неосторожность обращения с огнем при курении данного гражданина. Будет проведена экспертиза. То есть только после проведения полной экспертизы уже будет ясна явная картина, был ли он в алкогольном опьянении или не было.